Ребят, добрый вечер. Вышла на улицу, ищу мужа, он с Барнюшкой пошел гулять, и у нас темно. Вот говорили, поснимайте, да, что-нибудь. Смотрите, время 8:30, а ничего нигде не светится, абсолютно только фонари, да. Вот иду искать его, где-то там гуляет. Сейчас посмотрим, найдем папу нашего с Барнюшкой. Где он там? Где он там гуляет? Спрятался от меня где-то. А вот здесь я иду, смотрите, как красиво светится. Ага. Здесь красиво, красиво. Вот единственное, да? Сейчас на другую сторону выйду, может, там тоже что-нибудь. Ну, больше ничего такого особенного. Еще рано, наверное, думаю. Немцы перед Рождеством наряжают. Еще рано, я думаю. Вот светятся такие вот в окнах, как радуги, как они там. Сейчас пойду сюда, наверное. Короче, я не знаю теперь, куда идти, в какую сторону, где они есть. А вон он гуляет. Иду, иду, иду. Иду, иду, иду. Ты, Барнюша, ты с папой гуляешь, да? Ой, ты. Ну все, 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 ладно, сейчас мама придет. Сейчас мама придет. Все, мама сейчас придет. Дома нормально так сюда, папа? Он другой, он другому его да? Ой, 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 да ладно тебе. А что, он его обижает, да? Нет, там другая. А, другая собачка. Ой, ой, собаки, ой, собаки. Ой, чего себе. Тихо. Аус. Барни, аус. А дома вообще не гавкает. Он не слышно, не видно. Ну, ну ладно. Барни. Ну ладно, пускай хоть на улице это погавкает. Паш. Паш. Ну ладно, ребенку дай погавкать хоть. Он дома молчит. Ой, дома молчим, скажи. Не скажи, мой ребенок. Паша, что ты его так это? Не надо, зачем? Нет, вот этот капюшончик, у него головки холодно. Мы уже пошли. Ну ладно, тогда счастливо. Ну ладно, давай, все, Паша. Просто смотри, ему мучное нельзя, имею в виду это. Я уже, знаешь, и так борюсь с этим питанием. Вот, видите, елочка наряжена. Ничего особенного нет. Ну там где-то, как-то мало в этом году всего, я не знаю. Как-то мало. Как-то, я не знаю, в том году я в это время была дома, не была. А, собаки не было, я не гуляла вечерами. Я поэтому не знаю, мы редко выходили. Но если мы выходили, то мы в город ездили, гуляли. А здесь как-то мы редко гуляли. Днем только гуляли до темна, да? Как-то я не видела, чтобы здесь что-то украшено было. Да, но вон там вдалеке вроде что-то есть. Ага, ну там приват, да. А так я не вижу, чтобы что-то было. Ну ты не замерз еще, Паш? Я считаю, что тебе кухонь не надо это кушать. Не бери его с собой. Он замерз, замерз, мне кажется. Ну как мы ходили? Да дубак на улице, иду, у меня руки замерзли, ужас как. А ты что, вот так щелкаешь и плюешь? Да. Это ж нельзя. Почему нет? Ну так семечки потом везде. Знаешь, как иногда идешь вдоль дорожки, вот так наплевано, наплевано. И смотри, чистота какая. Вот смотрите, вот тоже звездочки горят. Маленькие. Там он что-то горит. Ну, вдалеке. Ой, иду, рука замерзла. Еще невозможно телефон держать, честно. Ай, ай, ай. И вот тут звездочки. Тут дом какой-то. А? А, вот отсюда немножечко видно. Ну, оно плохо сюда, видно. Сюда. Да я вижу, плохо видно. Что там видно? Если бы поближе подойти. Ой, холодно, холодно. Вот снега нет, смотрите, а какой-то такие заморозки. Я думаю, завтра утром будет холодище. Ужас. Вот дерево немножечко. Да, Барни?
Так у него день рождения было? Да. А, мишки, на мишки надо написать. Это мешки с этим, как его, с листьями собрали. Иди, Барнюшечка, иди, а то мама на тебя наступит. Слушай, руки мерзнут капитально. Вот дерево. Но я забыла, я ж не думала, что так холодно. Мы ж сегодня не гуляли, я ж не гуляла, ты гулял. Я думала, так нормально. Вот я позавчера гуляла, или когда было нормально. А сейчас прям ходубак. Ой, там что-то вот переливается в окнах. Что-то сделали такое. А здесь вот мне знаешь, что нравится? Я когда прохожу мимо этого дома, тут всегда загорается свет. И так уютненько, красивенько. Вот, не знаю, нравится. Хотя простенько, ничего особенного. А вот нравится. Они о людях, видите, как подумали. Подходишь, и свет загорается. Приятно очень. Дышу прямо. Ой-ой-ой-ой. Он сходил в туалет? Нет? Нет? Ну, он, наверное, не хочет. Он сегодня косточек, мяско наелся. Молодец, мальчик. Молодец. Ой, папка фонариком светит. Туда пойти? Там холодно, я что-то прям уже не могу. Ой, пойдем там пройдемся немножечко, я все и домой. Тут тоже немножечко вот так елочка светится, видите? Говорю, как-то слабенько, слабенько. Может быть, там туда, к Вайнах там. А? Вот сейчас тебе покажу, как, какая избушка. Ты не поверишь. Пойдем, Барнюшечка. Вот на той стороне сейчас тебе покажу. Вот это вот конец. Да, ну, вот елка красивая там вдалеке. Прям елочка, елочка. Ну. А мы будем с тобой живую елку ставить. Купим елочку. И поставим небольшую. Не будем эту нашу белую заносить. Она у нас большая, сейчас некуда пока. Я сейчас столы смотрела. Хотела стол заказать онлайн. Ну, что-то посмотрела. Там написано, нашла неплохой. Написано от 10 до 12 недель. Я думаю, нет, ждать я столько не буду. Мы лучше поедем. Вот этот дом, да. Вот смотри какой. Вот там кто-то живет, да? Скажи. А смотри, там что-то такое. Да нет, с той стороны. Вот с той стороны. Это ты сильно? Дом. Да? Так он старый такой. Ты что? Кто ну, там живет? Там, мне кажется, это столетняя. Да? Вот, смотри. Вот на той стороне мы гуляли. И вот на эту сторону он смотрел и вот так рычал и гавкал. Я так испугалась, думаю, что такое, что. Барнюш, пойдем, мой котик. Так испугалась. Думаю, что там такое может быть. Пойдем в эту сторону. Где папа? Где папа Паша? Ай-яй-яй. Ай, хвостиком Маша. Ой, кого увидал. Вот, смотри. Вот здесь я с ним гуляла. Посмотри, повернись, Паша. Вот здесь, смотри. Вот на эти ворота он смотрел. Так встал, начал рычать, гавкать. И я смотрю, вот никого нет, не вижу, да? А он рычит, гавкает. И прям, знаешь, как будто там кто-то вот есть. Представь. Я так даже, знаешь, немножко испугалась. Ну вот я немножко так испугалась. Не было у него такой реакции? Он прям, знаешь, что-то кричал, рычал. Я думаю, что такое? Думаю, кого там он увидел? Может, привидения какие-нибудь? Знаешь, я уже в это верить начинаю. Нет, серьезно? Я вообще в это верю. Меня? Зачем? Барниш, пойдем. Прям во все, ему надо лезть во все такое. А зачем меня пугать? Ну, видите, как серенько. Вон там еще как-то что-то светится. Вот я хочу тебе сказать, этот дом... Не живут здесь. Тут не живут. Он пустой стоит. Я каждый раз хожу. Видать, люди умерли, кто жил. Почему умерли? А что? Продали или продать не могут? Ну, а кто-то же жил, Паш. Ну, наверное, тут, я думаю, может, старики какие-нибудь жили. Какая разница, когда продать? Ну давай купим с тобой. А чё? Хороший домик. Цена, наверное, такая неподъемная, да? Ну вот именно. Тут знаете, сколько дома стоят? Да и нам уже не надо. Чё нам тут этой жизни осталось? Чтобы нам еще дома покупать. Там красиво немножечко. Да, этой жизни сколько осталось? Уже в другом месте у нас дом будет. Когда-нибудь. Действительно, он и не нужен.
Если уж сразу не было, так сейчас он уже и не нужен. Квартиры у нас только были. Вон спортсмен бежит. Спортсмен. Видите, молодец какой мальчик. Спортсмен. Спортивный мальчик. Так. Ой, руки отмерзают. Он еще один сзади бежит. В догонялки играют. Дубак, дубак, дубак. Ну, папка наш разбежался. Ой, да. Ну, ладно. Ну, видите, как серенько. Не все делают. Я просто думаю, еще, знаешь, перед войнах-то и сделают. Не каждый так быстро делает. Кто-то за неделю делает, украшает. Вот как я, например. Я за неделю. А вообще Рождество мое, это в январе, 7 января. Вот. Сейчас не мое Рождество. Как-то я здесь уже его... Паш, он там нюхает не то, что надо. Барни, фу. Паш, не надо, не надо. Нет, Паша, не траву. Он какушки разные нюхает. То, что не надо. Ему вот он нюхает. Здесь красиво. Здесь, смотрите, как. Вот красиво здесь. Подсветочки, так, елочки такие. Ну, красиво здесь сделали. Ой, все. У меня руки отмерзают. Я уже не могу телефон держать. Давай, наверное, пойдем домой. У меня руки сильно замерзли. Сейчас разворачиваемся. И идем. Да, Барнюшка? Ты уже нагулялся, ты уже, наверное, час гуляешь. Некрасиво как. Ну, здесь немножко... О, здесь тоже красиво украсили. Знаете как? Ну, немножечко так. Но... Здесь тоже немножко дерева. Ну, все-таки немножко люди стараются, что-то делают возле своего дома. Мы вчера в магазине были, я вам тоже поснимала, потом там надо озвучку делать, потому что там музыка играла. Там тоже немножечко на крыше. Ой, рука замерзла. Буду озвучку делать, тогда уже это выставлю. Паша, я замерзла, пойдем обратно. Ну, очень, это очень долго. Ну, ладно, пойдем. Пойдем, Барнюшка. Вот уже немножечко украшено. Там где-то елочка. Ну, так люди делают. Лампочки. Я говорю, перед вайнахтами будет больше. Где-то за неделю делают. Потом у некоторых лампочки так красиво сверкают. Немножко делают, конечно. Этого хватает. Да, Паш? Смотри, как светло видно. Да, кстати, в моем телефоне очень хорошо видно. Все. Все отлично. Тусклее, да? Почему тусклее? Потому что отключает энергию. Ты думаешь, что постепенно... Постепенно, а просто тускло. Да? Мне кажется, нормально. Ярко. Нет, сейчас да. Пол девятого тусклее становится. А-а-а. Так еще уже пол девятого. Это еще пол девятого. 15 минут еще. Ну ладно, все. Смотрите, впереди как красиво. Вот здесь вот украшено уже. Очень интересно. Очень красиво, сказочно. Прям так Дед Мороз. Я вчера хотела Деда Мороза купить, а мне он смотрела, мне не понравилось. Я пройду, посмотрю, дальше сниму. И так и не купила, я потом в другой магазин пойду куплю. О, смотрите, какая красота. Ну, красиво, сказку прям сделали. Сказка, сказка. Так, кто-то вышел. Ой, как красиво. Сказочно. Очень интересно, парень там что-то делает. Что дом, наверное, его. Тут, знаете, огорожено. Ничего плохо видно. Не это, не увидишь. Ну, красивенько. Мне прям нравится. Сильно так снимать не могу, боюсь. Знаете, как.
Боюсь, чтобы он не увидел. А то, знаете, скажет, что вы тут снимаете, ходите. Ну, красота. Чего не скажешь. Видите, он, видать, тут только делает все. Подключает все. Вот. Снеговики какие. Знаете, это все дорого стоит. Это не дешевое. Не дешевое все. Это дорогое. Там дальше не пойду. Там дальше у нас уже лес начинается. Лес, лес, лес. О, какая красота. И внизу там у него тоже красиво, красиво. Видите, как. О, супер. Да, боюсь, боюсь. А то сейчас скажут, что вы тут ходите, снимаете. Нельзя, нельзя. Сама понимаю, что нельзя, но снимаю. Поэтому лучше не надо, от греха подальше. Красота какая. Немножко сниму, покажу. В окна заглядываю. Смотрите, как красиво. Лампа, цветочек. Очень нравится, красиво смотрится. Люблю его в окна заглядывать с детства. Не знаю, привычка у меня такая. Ой, все, я замерзла. Муж говорит, ой, давай еще погуляем. Говорю, не-не-не, я уже не могу. Все, мне уже все. Мне уже хватило. Вот тоже классно. Идешь мимо, тоже украшено немножко. Идешь мимо, свет загорается. Классно так. Видите, не все украшают. Я говорю, еще рано. Это где-то к Вайне кто туда. Тогда делают уже. За неделю точно вам скажу. Говорю, я сама так же делаю. Люди нанимают или сами делают. Но в основном нанимают. Служба приезжает, им тут все. Они ж не будут по деревьям лазить и там что-то бегать вокруг деревьев. Особенно если кто-то состоятельный, вот как здесь, да. Зачем им это надо, да, лазить? Паш, ты не убегай так. Я бегу за вами, как это. А там впереди такая металлическая елка поставили на поляне. Бегу за ним. Он прямо, знаете, бежит. А я как это... Паша! Ну я что, должна за вами бежать, что ли? Звезды какие. Видите как. Ну, красиво так, со вкусом, знаете. Скромненько и в то же время со вкусом, с таким вот. Там не налеплено ничего такого. Нормально, мне нравится. Даже интересно смотрится как-то. Да-да, металлическая, красиво, как у них такой аквариум, такой большой, красивый. Видно, прям рыбки плавают. Супер вообще. Ты видел, какой аквариум, Паш? Сейчас мимо шел. Аквариум какой большой, красивый. Вот в доме прям видно, через окно было. Огромный аквариум, такие рыбы красивые. Смотрите, какая елка, но она металлическая. Просто... Ну и сверкает немножечко, видите, огонечки. Сверкает. Здесь тоже грибы есть. Но я здесь, знаете, нигде ничего не собираю, потому что здесь собачками гуляют. И здесь транспорт, да, дорога. Поэтому мы эти грибы здесь не берем. Но мы, они не нужны. А те вот действительно, я снимала то, что это съедобный гриб. И если бы... не возле дороги, да, и морозом бы их не пришпарило бы, да, можно было бы их собрать бы и покушать бы. Смотрите, как красиво. Вот. И можно было с ними что-нибудь сделать. Я знаю, это очень вкусные грибы. Они двух видов бывают, фиолетовые такие, такие светленькие, серенькие. Вот. И они хорошие, да. Здесь прям темно-темно. Мяско, я сегодня наелся, мама накормила и мяском, и косточками. Скажи, ой, лишь бы завтра не это, не обосраться немножко. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Сейчас ходил в туалет. Отлично, нет, на меня прыгать не надо. Так, Барни, иди отсюда. Паша, прекрати такое делать, он мне сейчас все уделает. Пойдем домой. Домой, домой, домой. Бегом. Домой, домой. Где Барнюшка живет? Домой, домой. Мне говорят, надо с ним играть. Да я, знаете, как с ним играю? Я с ним постоянно каждый день играю. Мы дурачимся на диване. А где? И папа тоже, Паша. Дурачиться, в глазки ему не надо слепить.
Еще как играем, да, Барнишка? Где твой дом? Ну-ка домой. Барниша, домой. Он уже знает, знает. Барнюш, домой, 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 домой. Домой, домой, Барнюша. Барни, домой, скажи. Ути, господи. Он радуется, бегает. Ребеночек счастливый наш. Умненький мальчик, такой умненький, все понимает. Паша только спать идет на лестницу, все, он только ему на него посмотрит, он уже тут же за ним по лестнице бежит спать, ложится. Или со мной так же. Пойдем, пойдем, пойдем домой, домой, домой. Пойдем домой, Барниш, домой, домой, котик, пойдем. Вот он. Вот наш дом, вот наш дом. Вот он наш дом, ты уже знаешь, да? Иди домой. Домой. Ой-то, ой-то, скорее. Барнюша, домой. Домой. Он знает дом свой уже. Все, отключаюсь. А? Все, Барнюшка,